В общем-то, вполне ожидаемым оказался финал громкого и не вполне культурного скандала в молодежном театре на Вагонке. Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов после встречи с коллективом, расколотой давней распри театральной труппы, выслушав доводы сторон и так называемых модернистов и ретроградов, заявил о том, что он не намерен разбираться в театральных дрязгах. Дескать, скандал тоже пиар, но учредители театра, то есть муниципалитет, такой вот пиар не устраивает. Лично он, как глава города, уверен в том, что на ссорах и распрях нельзя воспитывать юных зрителей. Это была почти цитата от тагильского градоначальника, после которой последовало увольнение директрисы театра Юлии Журавлевой с формулировкой, как уточняет пресс-служба Нижнетагильской мэрии, как не справившуюся с управлением муниципальным учреждением культуры. Временно управлять молодежкой на Вагонке поручено начальнице городского управления культуры Светлане Юрчишиной. А чиновнице мэр Носов потребовал оперативно решить вопрос и с новым руководителем театра, и с персоналом. А также она должна заняться обновлением и внешней, и с точки зрения внутреннего интерьера очага культуры. Кстати, эксперты уже обследовали здание театра, и теперь будет сверстан проект его капитального ремонта. Как отмечают наблюдатели, корни внутритеатрального конфликта, выплеснувшегося далеко за пределы подмостков, таятся в непримиримом творческом конфликте между режиссером Татьяной Захаровой и худруком театра Владимиром Вейде. Как уточнила в комментариях СМИ госпожа режиссер, на нее оказывалось давление. Ее спектакли убирались из репертуара. Ведущую актрису ее труппы Анну Каратаеву уволили. А в труппе Вейде, по словам Захаровой, работают артисты без профессионального актерского образования. И спектакли Вейде, как заявила Захарова, собирают не больше 16 зрителей. Почему именно 16, госпожа режиссер не уточнила. Но господин Вейде, в свою очередь, заявил о том, что, дескать, внутритеатральный спор и выеденного яйца не стоит. По словам Владимира Давыдовича, директор, вероятно, позабыл о том, что актрису Анну Каратаеву принимали в театр на время декретного отпуска другой артистки, тоже Анны, но Татариновой. В итоге ее пришлось срочно увольнять. «Это проблема плохого директора», — заявил худрук, добавив, что она должна сама уйти из театра, что, собственно говоря, и случилось. Еще Владимир Вейде, по свидетельству СМИ, весьма нелестно отзывался о спектаклях режиссера Захаровой. Она в долгу тоже не осталась, но об этом вы уже слышали. По мнению чиновников тагильской мэрии, нездоровый эмоциональный климат в труппе не мог негативно не отразиться на рабочей атмосфере и вызвал отток профессиональных актеров. Но что здесь скажешь? В террариуме творчески заклятых единомышленников, конечно, трудно отыскать приемлемый консенсус, но придется. Иначе совсем не исключено, что молодежный театр на Вагонке скоро поменяет не только свой репертуар. Учредитель, первое слово уже сказал, что будет дальше, предугадать сложно. Но, как говорится, это уж как у музыканта ляжет.